Насколько я понял, мы с Леонидом Эдуардовичем от комитетов докладываем, хлопают нам партии почему-то. Но я бы не хотел лишать руководителей фракции их повестки, сказать от комитета. Мы выверили текст заявления, смотрели его правым управлением, с МИДом. Оно соответствует всем параметрам. И цели и задачи, изложенные в заявлении и в постановлении, я их не буду повторять, в том числе и предвыборные, и иные, которыми руководствовался Порошенко, власть. Но я бы хотел сказать об одном, вот о том, о чем Леонид Эдуардович уже начал говорить. Обращаясь к парламентам, мы выполняем свою представительскую функцию. Вот сегодня на балконе стоял тут вот представитель Европарламента, и он встречался сегодня с председателем нашего парламента, и мы ему говорим: ай-яй-яй, нельзя. Вот смотрите, что украинцы делают. То же самое мы говорим в нашем заявлении в обращении, рассчитывая на их оценку и на то, что они хотя бы его прочтут, чтобы задать этот вопрос своим украинским коллегам, когда они обливают нас грязью в тех особенно парламентских структурах, где нас вообще нет. И это хорошо. Но есть одна наша функция, которую мы должны выполнить в отношении украинцев. Она законодательная функция. Я благодарен и Вячеславу Викторовичу Володину, и Лаврову, которые поддержали нас, и мы изъяли из закона о гражданстве предоставление справки, когда украинец отказывается от собственного гражданства, получает наше, еще должен представить эту справку. Но мы не сделали этого дальнейшего шага. У нас есть несколько законопроектов, соисполнителями которых является наш комитет, о политических беженцах. Мы можем изъять вообще из 13-14 статьи. Вот я удивился, честно говоря, что в Аргентине президент, вдруг наш президент сказал: а мы в ответ на то, что Украина закрывает двери для русских, откроем двери. А как откроем? Конечно, законодательно надо открыть. Как начал анализировать я? Мы же предлагали в Думе неоднократно. Давайте из 13-14 статьи закона о гражданстве изымем требования украинцев отказываться от своего гражданства. Ну как в Юго-Востоке отказываться от своего гражданства? Вот куда его нести, куда нести этот документ? Поэтому мы можем принять с вами, и давайте сделайте нам, пожалуйста, может быть, поручение нашему комитету. Мы быстренько это сделаем и займем из 13-14 статьи. И пусть украинцы ходят даже с двойным гражданством. Ничего страшного здесь не будет. Вот так мы реализуем, в общем-то, указание президента, которое он сказал нам, которое он, по сути говоря, указал нам реализовать право для украинцев найти себе здесь убежище. Не говоря уже о других законопроектах, политических беженствах, о детях о смешанных браках. Законопроекты, которые у нас уже давным-давно лежат здесь, и нашим комитетом они рассмотрены, но они находятся в профильном комитете и требуют одобрения там правительства и администрации президента. Вот это будет наш вклад, как раз очень заметный, второй вклад, кроме этого заявления, в то, чтобы мы действительно нашли общий язык с Украиной. Спасибо.